тебе крепко руки не жал. Если никто с плачем не провожал, если никто тебе не говорил «люблю», не доверял тебе скорбь хоть одну свою, значит, ты не имел счастья в семье людей, значит, ты не сумел житься и слиться с ней, значит, ты не сумел житься и слиться с ней. Значит, ты не имел счастья в семье людей, значит, ты не сумел житься и слиться с ней, значит, ты не сумел житься и слиться с ней. Если никто тебя крепко не обижал, если, сбив с ног, кто-то не убежал, если не плакал ты, явно не пряча слез, когда мечты твои в щепки кто-то разнес, значит, ты не имел счастья в семье людей, значит, ты не сумел житься и слиться с ней, значит, ты не сумел житься и слиться с ней. Значит, ты не имел счастья в семье людей, значит, ты не сумел житься и слиться с ней, значит, ты не сумел житься и слиться с ней. Если ты был любим, сам от души любил, плакал, смеялся, жил досыта, ел и пил, видел сияние звезд, слышал жужжание пчел, но ни одной строки в Библии не прочел. Значит, ты не искал сущности бытия, значит, пустой была жизнь и борьба твоя, значит, пустой была жизнь и борьба твоя. Значит, ты не искал сущности бытия, значит, пустой была жизнь и борьба твоя, значит, пустой была жизнь и борьба твоя. Если душе твоей чужд неизвестен Бог, если его найти ты на земле не смог, если молитвы звук мало знаком устам, и не склонялся ты в прахе у ног Христа, значит, ты не постиг самую суть вещей, значит, искать ее нужно тебе скорей, значит, искать ее нужно тебе скорей. Значит, ты не постиг самую суть вещей, значит, искать ее нужно тебе скорей, значит, искать ее нужно тебе скорей, значит, искать ее нужно тебе скорей.